Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, и мы продолжаем проходить Зерно Логистики. В прошлом эпизоде мы оказались в госпитале Сатурсула, где все совсем плохо, и мы исследуем дальше это здание, чтобы понять, что же происходит с пациентами и членами персонала. А заодно, возможно, понять, что же происходит с местными мафиози и прочими неприятными существами, которые здесь могут оказаться. О, стало больше, надо же. Now that's interesting. Nope. Джиджи. О, Ллойд решил помочь. Еее, Ллойд, спасибо за помощь. Юху! Офигенный суппорт на самом деле. Крафт это очень хороший, крафт-контроль просто лучший в игре практически. Только стоит как паровоз в плане CP, но нормально. Totally worth it в любом случае. Трек, конечно, офигенный еще, прям вообще от души. Нужно было обычно так и на самом деле добивать. Там другая фича будет, Ники, насколько я в курсе. И она, наверное, она по-моему, даже лучше. Это же брат Сесили и господин Рэнди. Филия-чан, бужидаттака? Милая Филия, ты в порядке? Ташка, Кроссбелл-кейсацно. Мошкаште, моу анзен нанокай? Вы с полицией Кроссбелла? Все в порядке уже? И, мада синьюша ва бьёйн най ни нокоттиру джокио дес. Нет, в госпитале еще остаются нарушители. Соре йори, сочира но хито ва? Куда более важно, этот человек... Йомуин но Дайсон-сан. Дженитор. Интересное словечко. А, дворник, окей. Да, это дворник, господин Дайсон. Его ранили очень серьезно. Я оказал первую помощь, поэтому не думаю, что его жизни угрожает немедленная опасность, но... Не думаю, что мне стоит отходить от него. Ну вот как. А где пациент этой комнаты? Конгрессмен Дживаль использовал эту комнату, но... интересно, где же он за какое-то время? В любом случае, у него была всего лишь простуда, поэтому я не думаю, что за него стоит беспокоиться. Пока что мы подтвердим безопасность всех остальных. Докороде, Филия-сан? Кстати, мисс Филия. Сесиль Нега, доку ни ирка? Гозонжи же аримасенка? Вы не знаете, где сестра Сесиль находится? Сесиль-сенпай? Сесиль? Арере? Нас-сентар ни модоттеру то моттакедо. Я думал, что она вернулась на, ну, к стойке медсестер, но... Я, ташка Сесиль-сан... 301号室の ミハイル君のところに行ってるんじゃなかったかな? Нет, если я правильно помню, мисс Сесиль разве не ходила не в 301号室, где был Михаил? 今日はしずくちゃんが外出して寂しがってるから
絵本を読んであげるって言ってたけど、из-за того, что Шизуку сегодня уехала, ему сегодня было одиноко, она сказала, что хотела почитать ему книжку с картинками, но... 301 号室って、ここに来る途中に入った個室のことですよね。301 комната, это же VIP-комната, в которой вы только что проходили, верно? О, 誰もいなかったが。Ага, там никого не было, но... Honto? Правда? それじゃどこへ? Но где же тогда... セシル姉とミハイル君は、こちらの方で探してみます。Мы будем продолжать искать сестру Сесиль и Михаила. お二人は、怪我人の治療に専念してあげてください。Я бы пока заметился раненым. О. Хорошо. よろしくお願いね! Будь осторожна. А вот это уже подозрительно, подозрительно, подозрительно. Но мы там проходили, но не было я там. やっぱり誰もいないか。Как и ждал, здесь никого нет, да? ベッドの下に隠れてるとか、そんなことはないわよね。Они же не прячутся под кроватью, верно? そうでしたら、私が気づきますし。Если бы это было так, то я бы это поняла. Постель еще теплая. どうやら、この部屋の主は先ほどまでここにいたようだ。Похоже, что тот, кто был в этой комнате, только недавно ее покинул. Вместе с Сесиль. Нам нужно их найти. О! Да. Ну, только сюда не могли пойти дальше куда-то. Ой, здрасте. Аре? А? Таному кара иноч даке ва утаскео! Пожалуйста, молю вас, пощадите меня. Нанда, коно оссан ва? Чё он тут делает? Тейкоку ха но Гебару Гин. Филия сан ни кита джинбуц не. Гроссмен Гевали из имперской фракции. Он человек, которого я слышал от мисс Филии. Нанда, омай тачи ва? Вы кто такие? Мафия домо де ва най но ка? Вы же не из мафии. Кроссбелл кейсацу. Токму сиен ка но моно дес. Кроссбеллская полиция, специальная служба содействия. Гебару Гин. ここで何を? Конгрессмен Гивай, что вы здесь делаете? Кокрытейта не киматтеору даро! Что я могу здесь делать? Прячусь, конечно же! Осораку, мафия дому а ваши о шиматси не кита не чигай най! Весьма вероятно, мафия решила избавиться от меня. Харуто Мангичо, мазака конна катачи де ваши о киристы ото суру то ва! Председатель Хартун, поверить не могу, что решил избавиться от меня таким образом. Эри, дому. Эри. Что скажешь? 完全に被害妄想だと思う. Persecution. Мне кажется, это мания преследования. 多分議長はこの人を全く重要視していないはずよ. К тому же я сомневаюсь, что председатель высокого него мнения был так или иначе. А, そんな感じですよね. Что ж, так я и думала. そうだ、お前たち。わしを連れてこのまま脱出しろ。Все верно. Давай, заберите меня с собой и выберитесь отсюда. Ваша, мада сини такуа най! Я пока еще не готов умирать. Айнику, мада ампика какнин декинай хтотачи га имас. К сожалению, еще есть люди, чью безопасность мы не смогли подтвердить. Чью сохранность мы не смогли подтвердить. Дживун тачи ва, соно какнин о шинактива наримасен. Нам нужно стариться, что они в порядке. Иттан о хеа ни модотте, маттейте итадакемасен ка? Пока что не могли бы вернуться в свою комнату и подождать нас. Коно атари но мафия о сеяцу штаноде, анзен ни идоу декиру то омоимас. Мафиози в этой области нет, поэтому я думаю, что вы сможете двигаться безопасно. Самара! Ваши о даре да то моттейру! Вы? Да кем? Да кто вы еще думаете, я такой? Кроссбелл дичио дайхио сэр! Омоно гейн но хитори на но дазо! Чтоб вы знали, я один из самых главных представителей Государственного Конгресса Кроссбелла. Урусай отоку да. Каруку немурасете оку ка. Какой шумный мужчина. Можно я усыплю? Нанда, омайва! Он станет фиолетовым в крапинку. Что вы... Соно како... Доко ка де кита йона... Этот внешний вид. Такое ощущение, что где-то я вас уже слышал. Доко де кита нока? И где же? Йомоя, хэйюэ не кансэру, аясими на уаса де ва арумайва. Определенно был подозрительный слух, связанный с хэйюэ, не так ли? Масака! А, быть не может. Каракау но ва соно курай ни ште куре. Хватит дразнить его. Гин. Тоникаку има ва кинкью джитай дес.
Товарищ конгрессмен, у нас тут ЧП. Пожалуйста, сотрудничайте с нами и укройтесь в своей комнате. Ладно. Уничтожьте этих мафиози как можно скорее. Это пациент бегает явно быстрее, чем я думал. Ну, он же вроде как только из-за переутомления сюда переехал. Мы взяли слишком много времени, давайте поторопимся, найдем сестру Сесиль и остальных. Ага. Надеюсь, это не убрало у меня детектив поинты. Это же было очень важно, тем не менее. Да, здесь никого нет. Это же только одно. Пришло время отправиться в следующую комнату. Следующее здание, точнее уже. Через крышу, разумеется. Это? Сесиль это невестка его старшего брата, насколько я помню. Ну, то есть, по сути, типа его тети, но как бы они в более тесных отношениях на самом деле. Из-за симулирования болезни. Да, окей, добавил, спасибо. Здесь симулянт, короче. О, это плохо. Мать моя женщина, это еще что такое? Сестра Сесиль. Все хорошо, успокойся. Давай, возьми за меня крепче. Мы просто сбежим из госпиталя. Ладно. Кажется, сбежать будет непросто. Однако, если все пройдет хорошо, то пока этот ребенок. Папа, мама, Илия. Ловит. Гай. Простите. Сесиль! Сесиль! Ллойд! Ллойд? Это полиция? Поговорим позже, их надо вытаскивать. Постарайтесь, чтобы их не задело. Защита неписи, я угадал. Нет. Надо же. Death Moon. Очень интересно. Почему вы иммунны? Ни к чему? Окей, поехали. Че так легко-то? Тогда счет ГГ, по-моему. Рип. Ура ваншотом, да, Дамарик? Ура ваншотом. Воистину. Это было проще, чем я думал. Ожидал большего, честно говоря. Не, тебя тоже не спасет, уже, прости. Ллойд, и остальные тоже. Спасибо. Не знаю, как отблагодарить вас. Я-я! Уре нанте мизуксай сьо!
Ну-ну, нет нужды благодарить. Только обними Рэнди и поцелуй его, вот и все. Ко-бучи-де-нами-йори-де-шита. Важно то, что вы в безопасности. Мани-атте-йокатта-дес. Хорошо, что мы успели вовремя. Хонтони. Бучи-де-йокатта. Воистину, я так счастлив, что вы в безопасности. Сесиль-не-ни-нани-ка-атта-ра-оре. Аники-ни-нан-ти-ва-би-та-ра-и-но-ка. Если бы с тобой что-то произошло, Сесиль, не знаю, как бы мне пришлось извиняться перед моим братом. Лойд? Лойд? Да, тайжобка. Ты в порядке? Хоста-га-де-чатта-но-не. Немного кашляет. Астматик, что ли? Михаил-кун. Хе-я-ни-модатте. Оксури-о-номи-маша. Михаил, возвращайся обратно в свою палату и прими лекарство. Ну ладно, точно астматик. Простите, Сесиль. Если бы я не сказала что-то столь безрассудное, что эгоистичное... Ничего такого не за что! Все хорошо. Сесиль-не, орега хакобио. Сесиль, я понесу его. Тут-то нака не мудрду ска. Забирайтесь на внутрь уже поскорее. Понятно, такая ситуация в госпитале, да? Поверить не могу, что это Рюкимбо. Мада, аяшии то киматта ваке жа най кедо не. Мы все еще не можем сказать, что он подозреваемый. Каре ва мада кенкью то ни. Он все еще в исследовательском здании? Соре ва вакаранай кередо. Я не знаю, но... Ока но кёжу но катагата ва кенкью то ни тори нокосарете иру камо сиренай ва. Возможно, он оставил остальных профессоров в здании. Крофку но хито тачи га цуре дашта но ва кеншю ай но хито тачи бакари датта кара. Кроме интернов, мафия больше никого тут не вытаскивала. Сока. Я почти понял, что голос маленького мальчика сервал. Прости, Дебарик. Я не особо старался. Вот как. Кстати, а что это за монстры были? Они выглядят жутко и таинственно. Это верно. Как будто что-то здесь нарушает баланс. Мафия тачи га цуреконде китан дешоука? Возможно, мафиози привели их с собой? Макаранай кередо. Кенкью то кара икинари араварета но. Не знаю, но они вдруг внезапно появились в исследовательском здании. Соре де... Соно мама тори какомарете шиматте. И мы быстро были ими окружены. Доуяра, кенкью то то яра ни нанико га хаксарете иру раши. Похоже, что исследовательское здание что-то скрывает. Никан на оши. Сасоку мукау то сурзо. Времени мало, поторопимся. А? Угу. Конечно, ты много артистизма выложил. Понимаешь, Дамарик, когда ты... Астматик, ты понимаешь, насколько это жопа, мягко говоря. Какая-то дымка темная. Нанда, коно моя. Что это за дымка? Нанда ка, кюки га йодондеру йона. Воздух кажется спёртым. Ой-ой, масака кикенна газ тока жа не даро на. Не какой-нибудь опасный газ или что-нибудь такое? Джинтай не экё суру моно дева наса со десу га. Нет, не думаю, что это имеет эффект на человеческое тело, но... Сэнси ни ва экё га ари со десу не. Скорее влияет на душу. Осураку. Скорее всего, это какое-то зловредная миазма. Что ж, похоже, оппонент здесь куда более проблемный, чем я думала. И тай дарега. О каком вы можете говорить? Здрасте. Мата! Снова? Катацкерзу. Разберемся с ними. Ватасу на банк.
Шанс 90%, она не убила, серьезно. Найс. Пробуем еще раз. Не-не-не, стоп. Так-то лучше. О, Дадли бы смог. Ну, то Дадли, это и всего лишь инь. Нашел кого сравнивать. Как ожидалось, это был не самый обычный монстр. Схож с теми, с которыми сражались в башне и в храме. Джои Санзоксева Атарайтеймасенга. Ватасимо Токандес. Хоть три высших элемента не активны, но я согласна. Что если они... Возможно, им ввели гнозис, так же, как и мафиози. Вы это хотели сказать? Хай. Да. Ч, сою кото ка ё. Значит, вот все как. Тегуай ному унацкеру ва не. Я тоже согласен, они были сильные. Тоникаку, тансаку о хажиме ё. В любом случае, начнем поиски. Сесиру не ни юреба, мада кёджи тачи га тори нокосарете иру каноусей га такай. Согласно Сесиру, вероятнее всего, профессора и остальные все еще здесь. Йоахиму сенсей томодомо, мицуке дасун на. Заодно и доктор Юки мы здесь отыщем. Хорошо. Теокуре ни нару май ни. Похоже, нужно поторопиться, пока еще не слишком поздно. Давайте разбираться, что к чему. Библиотека. Здесь мебелье. Здравствуйте. Да блин. Да как? Ах, здесь мне так лагает игра, я просто не могу. Что за фигня? Какого черта? Ну, хотя бы этих резистов нет к этому фигне. Ладно, дом спасибо. Ну, что-то так резко игра стала тормозить в этом месте. Нет, не нравится. Ну, ладно. Брейн, есть такое, да. Откуда ты знаешь, что он уже этого не сделал, Ники? Дадли давали, кто еще? Даже что-то туда будет.
Вот да, Фиала как раз мою мысль сейчас уловила. Я это имел в виду. Просто не знаю, до конца озвучивать, но чатик, как всегда, постарался и меня понял. Спасибо, ребят. Может, лифт сломан? Скорее всего, он закрыт по определенной причине. Похоже, нужна идентификационная карточка, чтобы он мог двигаться. Понятно. На нижний этаж мы, видимо, не попадем, да? По-другому. Но хотя лестница он есть, вроде как. Че, кто-то здесь был? А, здрасте. Вот здесь, кстати, могут быть сундучки, да, насколько я могу понять. Давайте проверим. Да, есть. Пока игра тормозит, даже жесть просто. Так, это кабинет Юкима. Туда мы пока не пойдем. Что происходит? Если так дальше пойдет. Они идут. Из этой комнаты. Интересно, профессора, которые не успели, или. Давайте проверим. Ну ладно, раз не заставят проверить, то давайте пойдем. Проверим. Идут. Ну-ка, получите. Убирайтесь в ад, монстры. Что? Воу. Аккуратно. Идиот, ты зачем бросил ее? Вот именно поэтому хирурги некомпетентны. Фига себе некомпетентны. Чувак, он сейчас одним ударом скальпеля тебя убить может. Может, ты не будешь так говорить? Кто бы говорил, тот, кто за всех сил это бросил. Поэтому физиотерапевты бесполезны. Вы только болтать умеете. Доктора, простите меня. Эти люди не похожи на монстров. Здрасте. А вы кто такие? Если я правильно помню, вы из полиции. Мне специально нужно содействие. Похоже, что все в безопасности. Хорошо. Последнее, что я ожидал, это то, что кто-то будет бросать меня химикатами. Это кислота? Простите, это экспериментальный окислитель. У него, конечно, сильный эффект, но он не токсичен, поэтому не переживайте. Ну и ну, вам действительно не стоит торопиться. Это вы сказали, что они идут. Разве это не вы, Ашрам? И, между прочим, это вы вроде нашли эти бутылки с окислителем. Ах, значит, я теперь во всем виновата. В любом случае, здесь еще бродит монстр. Мы сопроводим вас, поэтому отправляемся немедленно. Дева, Йоахим сенсей ва. Значит, вы вообще не видели доктора Юкима?
例のクロップたちが研究棟に乗り込んできた時にはすでに見かけなかったな。Когда мы Фьюзи вошли в исследовательское здание, я его не видел. Теккири Йозури ни демо итта но като омотта га. Может быть, он ушел на ночную рыбалку, но... Соу деска. Вот как. Занен деска. Генжитен дева сото утагаваши десне. Мне жаль говорить об этом, но на данный момент я очень сильно сомневаюсь в этом. Соу не. Не беспокойтесь, господа доктора, Тиму перцовку уже прилетала в лицо дважды, мы привычные. И она от этого не пострадала, как мы помним, да, Дамарик? Это верно. Кстати, откуда появились эти монстры в сельском здании? Мафия пришли сюда с боевыми псами? Нет, у меня ощущение, будто они появились из ниоткуда, но... Я не видел, чтобы они входили в здание. В этих монстрах похоже, что с ним был какой-то странный человек. Из-за того, что он был в черной одежде, он не похож был на мафию, однако. А значит... Это был большой человек, похожий на медведя, или, может быть, лысый, толстенький человек, нет? Нет, он был похож на обычного человека. Он использовал лифт, чтобы отправиться на четвертый этаж. 4階. 教授たちの研究室のあるフロアですか? Четвертый этаж. Это этаж, на котором находится исследовательская лаборатория профессоров, не так ли? 何者なのかしら? Кто бы это мог быть? 中を調べるのならくれぐれも気をつけるがいい. Если собираетесь исследовать, то вам стоит быть осторожнее. А пока что мы укроемся в больничном крыле. Если у вас будут проблемы, не без колебаний останавливайтесь. Ну, без колебаний приходите к нам. Да есть человек, который управляет монстрами. У вас есть идеи, кто это может быть? Нет, на данный момент без понятия. Яким это Яким, 100%. Похоже, это кто-то отличный, доктор Якима, но... Мы не знаем, кто это, но в любом случае нужно поймать его, так? Вернемся на четвертый этаж. А? Да. Ну что ж, о том, кто этот человек и чем все закончится в госпитале Урсулы, уважаемые зрители, мы завтра в следующем эпизоде. Пока что не прощаться. Большое спасибо за ваше внимание. До новых встреч на эпизодах Зеленой Кисики. Увидимся.